Здорово! Сегодня у нас в выпуске стильный раннер, головоломка, забавная аркада, гонка, необычный пазл и великолепный RPG-слэшер. Приступим! Impossible Road – раннер для тех, кому давно хотелось чего-то новенького. Мы управляем белой сферой, которая движется по спиралеобразному пути. Все, что от нас требуется, это при помощи тапов по двум сторонам экрана как можно дольше оставаться на отмеченной траектории. Раннером эту игру делает то, что эта траектория не имеет конца. Простота геймплея и графического решения просто-таки завораживает, не давая оторваться от игры. Милли – это забавная аркада, корни которой растут из старушки-змейки. По сути, та же игра, но с хорошо продуманным сюжетом, некоторыми геймплейными нововведениями и красочной графикой. Наш герой – малыш-сороконожка, страстно желающий научиться летать. Ну а наша задача, как вы догадались, помочь ему в осуществлении мечты. Суть геймплея проста, как и в змейке – ешь все, что попадается на пути, кроме своей задницы. Wind Up Knight 2 – это хардовый аркадный раннер с приятным визуальным оформлением и очень неприятными препятствиями. Отправляйтесь в захватывающее приключение, где вас ждет большое количество разнообразных и красочных уровней, а также новая механика управления. Сражайтесь с бесчисленными врагами с помощью своего меча и собирайте бонусы, которые помогут вам улучшить вашего героя от уровня к уровню. Carex Drift Racing позиционируется как реалистичный симулятор дрифта с достоверной физикой поведения автомобиля. И разработчику удалось выполнить поставленную задачу. Благодаря реалистичной физике и удобному управлению, игра может потягаться в дрифте с гигантами ПК-гонок. Пройди карьеру и открой все автомобили, но будь готов к тому, что реалистичный дрифт не оставляет права на ошибку, как и в реальной жизни. Instention – это увлекательный двухмерный пазл с достаточно оригинальным геймплеем. В этой игре нам предстоит управлять чем-то вроде цифровой голограммы человека, которая может лишь создавать подобные себе копии. Основная сложность заключается в том, что у нас нет возможности отдельного управления любой из созданных копий, а способности двойников ограничиваются лишь зеркальным повторением наших действий. Undead Slayer Extreme – это слэшер, файтинг, экшен и RPG в одном лице. Вы, как всегда, избранный воин, пытающийся вернуть мир во всем мире, истребляя на своем пути армии мертвых. В игре более 20 различных навыков, прокачка персонажа, куча уровней и кастомизация персонажей. А самое главное – это зубодробительный геймплей и сочная графика, выполненная в шикарном восточном стиле. В общем, на этом у меня все. Качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу. Если ты геймер, будь геймером, блядь. Это был обзор от Mob.ua и я Трэш. До встречи.